Всем привет, друзья! Сегодня я иду покупать... Сегодня я иду становиться обладателем iPhone 14 Pro на 128 гигабайт в черном цвете. И я просто решил заснять видео, поделиться с вами этим, чтобы вы увидели, как это выглядит в реальной жизни. Я сейчас буду покупать его в Подгорице. Я нахожусь здесь уже порядка 2 месяцев. И вот случился тот момент, наконец-таки, когда я могу себе это позволить. И хочется поделиться с вами эмоциями. Так, я не туда зашел. Это немножко другая часть торгового центра, который большой, на самом деле, он немножко разделен. Скажем так, надо пойти в другую. Сейчас ни тепло, ни жарко, но градус у вас большой. В принципе, скоро наблюдается дождь, как можно сейчас заметить. И что-то надо как-то, по ходу дела, быстрее все это делать, а то попадем под дождь, будет не очень приятно. Окей. Так, я думаю, запишется нормально. 60 кадров. 60 кадров и 1080p. Ну, как бы не хочется снимать вообще в 30 кадров, потому что это жуткие какие-то лаги, вообще мне просто не нравится. Но там было бы 4К. 4К, много людей. Много людей. Но это нам не помешает, в принципе. Окей. Кстати, часто здесь какие-то вещи себе покупаю. Вот. И мне нравится этот торговый центр. В принципе, неплохой. Big Fashion. Кто находится здесь, в принципе, знает. Называется он Big Fashion. Раньше он немножко по-другому назывался, но не суть. Итак, я сейчас иду в магазин премиум реселлера. Этот магазин называется... Айцентар. Окей, заходим. И здесь я вижу того самого продавца, у которого я заказывал. В принципе, я сказал, что я приду 15 числа. Ну, и вот я, собственно, здесь. Хотел я заказать себе, на самом деле, еще и наушники, но пока что дороговато немножко. Я решил повременить с этим, на самом деле. Потому что, кстати, о цене я ее приложу где-то вот прямо сейчас, вот здесь, вот где-то в левом углу, наверное. Вот. И вы узнаете, за сколько. Так, ну окей, пока ждем. Hello, my name is Yuri, you know me. Yes, I'm here to get my iPhone 14 Pro. So. I remember. Yes. Okay. I will try. Okay. Так, да, мне сказали, что меня уже знают как постоянного покупателя. Нет, я просто сюда приходил, знаете, зачем? Затем, чтобы я сюда приходил, чтобы купить себе чехол и зарядку. Вот, поэтому, собственно... Поэтому меня как бы тут уже, скажем так, знают маленечко. Вот, чехол, зарядку, и еще я стекло купил, но не здесь. Здесь стекла не продают. Печальный момент, вообще. Здесь какие-то есть, но они не для 14-го айфона. Блин, это очень плохо, мне пришлось покупать... Can you calculate, please? Мне пришлось покупать его вообще в другом месте, а тут все очень плохо с чехлами. Вот кто покупал здесь iPhone, здесь чехлов практически нормальных нет. Поэтому я купил оригинальный, пришлось, скажем так, потратиться. Знаете, он не дешевый. 20 more, окей, no problem. I saved it for you. Okay. You see?
Я с Юрией. Вот, видите, мне сделали, скажем так, небольшой тут ордер, заказ. Вот, 20? Yes. Okay. You can get a good customer. Okay. Here. What? Sorry? You can get good customer here. Oh. Thank you very much. Мне говорят, что я крутой чувак и что мне очень рады. Окей. Сдача небольшая, 1 евро. Все, что для меня положено. И, наверное, мне еще выдадут такой прикольный пакетик, который я возьму с собой. И типа пойду по улице, но, блин, как-то страшно даже. Вот такой здесь красивый баннер, на самом деле. Очень прикольный. Вот такой вот магазин. Давайте покажу. Вот так выглядит. Вот так выглядит магазинчик. Премиум реселлер, напоминаю. То есть поставщик официальный от Apple, который есть на сайте. Я не стал рисковать, хотя здесь есть цены подешевле, скажем так, чем ту, которая есть. А в принципе вы, наверное, уже видели. Нет, цена не та, которая сейчас вот я снимаю. Немножко другая. Потому что у них акция сейчас проходит, и я, собственно, под нее попадаю. Вот. Как-то так. Блин, это так круто. Наконец-то я давно хотел, на самом деле. Name and surname. Мне пишут. Окей, хорошо. Так, давайте я немножко уберу. Окей. City, where you live. City. Okay. I need to read? No. Oh, okay. Where I live? Where I live? Okay. Yes, Perm. Here. Address, you mean? I live in Podgorica. Okay. Ну вот так вот спрашивают, типа, где я живу, если что, там меня подловить где-то, забрать мой айфон. Ну ладно, это шутка. Вот, кстати, еще есть момент, я очень хочу вот эту штучку купить, iPad mini, но, блин, это очень прикольно, на самом деле, просто взял и вот так пользуешься. Очень прикольно. Знаете, какой цвет взял? Я взял себе, а не скажу, скажу потом, когда домой приду. Вот. Но сейчас есть айфоны, на самом деле. Просто я, когда приходил в первый раз, это было где-то недели две назад, здесь не было айфонов. Только золотые, по-моему, или серебряные цвета. А черного и вообще, а фиолетового вообще нет в помине. Ну, типа, просто приходишь, говорят, ну, сори, так мы вообще как бы фиолетовые не поставляем. Видимо, они закончились. Но это жесть. То есть фиолетовые вообще купить нельзя. Здесь конкретно, в этом магазине. Вот, я видел там еще в каких-то магазах, там вроде как есть фиолетовые. Вот, ну и как-то так. Вот он мой iPhone, вот он мой iPhone. Я не могу дождаться просто этого момента, когда я приду домой и уже распакую его. Кстати, вы же понимаете, что я еще приду домой и буду распаковывать его. Это тоже будет в видео. Вот, еще я купил, знаете, чем? Еще я купил вот такую штучку. Вот это реальная цена. Это зарядочка. Вот. Это зарядка, но, опять же, говорю, тут стекол нет для айфонов. Типа, когда они будут, хрен его знает. Ну, вот пока что так. А это какой чехол? А, это для iPhone 14. Ну, сами понимаете, iPhone 14 и iPhone 14 Pro, я так понимаю, различаются. Вот, поэтому немножко другие. Ну, короче, они не подходят. Блин, я на самом деле рад и такой, блин, серьезный весь, но как-то так. Вот, кстати, а нет, это другой какой-то iPad. Ну, это не мини, это другой. Он мини, по-моему, с кнопкой. Сколько? Ну, сейчас посмотрим. А давайте посмотрим, пока нам что-то готовят. Мне.
Ну, конечно, часы. Конечно же, часы есть. Стоят они вот столько. Цена евро, в евро, ребят. Вот, часы. Наушники. Не знаю, как сфокусируется, не сфокусируется. Видно, не видно. Да, должно быть видно. Это цена уже на iPhone 14 Pro Max. Все есть, в принципе. Это тоже часы, только другой серии, видимо. Вот так вот. MacBook'и. Ну, MacBook'и мы еще посмотрим. Ага, вот iPad'ы где. Вот, iPad mini. Это то, что мне интересно на самом деле. Вот, тут видите, тут вообще кнопки нет. Тут вообще кнопки нет. Окей, понятно. А это iPad просто обычный. Это уже прошки. Это iMac. Цена вот такая. В принципе, вот так. Окей. А это я показывал. Если не показывал, то вот 710. И MagSafe 69. Как-то так. Беспроводные зарядки в автомобиле. Куча всяких бумажек. Да, вот так вот. Если ты покупаешь iPhone, все серьезно. Ты становишься обладателем не только iPhone, но и всяких бумажек. Так, подпись какую-то надо поставить. Сейчас мне дадут ручку. Вот здесь. Окей. Тут мне нужно поставить подпись. Окей, хорошо. Это мы сделали, его упаковывают в такую коробочку. Если что, я замажу. Отлично, спасибо. Thank you, bye-bye. Отлично. И, ребят, вот он iPhone. Ну и что, увидимся мы тогда уже дома, потому что я уже устал держать телефон и вообще говорить в принципе. Вот. Еще раз, сайт Центар, крутой магаз, всем советую. Давайте увидимся дома. Друзья, снова привет, я прошу прощения, потому что у меня сел телефон, представляете? У меня просто сел телефон, и я не успел заснять для вас ничего. И, что самое главное, друзья, я не стал все распаковывать, я не стал распаковывать телефон, потому что я очень ценю своих подписчиков и хочу, чтобы вы посмотрели все вместе со мной. Я ждал, пока зарядится мой телефон, и только вот сейчас я снимаю и хочу все распаковать. За это точно должны поставить лайк, друзья. Окей, давайте продолжим распаковку. Еще раз прошу прощения, так получилось. Телефон, оказывается, на телефоне были включены сотовые данные. Все это время, пока я снимал, он работал. Они работали. Окей, друзья, как я говорил, что Apple не кладет, то ли из-за того, что экономит опять на каких-то материалах, а в целью, скажем так, соблюдение экологии, то ли просто хочет продать больше айфонов. Выберите сами, почему. Но здесь нет ни наушников, ни зарядки, только кабель, как вы уже могли заметить. Поэтому будем довольствоваться тем, что есть. Ну и по стандарту, друзья. Вот такое вот красивое яблочко, к сожалению, одно. Я помню, что я распаковал, например, iPhone 5S, по-моему, 4S. И да, кстати, 5S у меня тоже был. И там было два яблока, а тут одно. Вот. И, кстати, по-моему, раньше какая-то другая была. Другой материал у самого яблока. Ну ладно. Вот. Ну и там по стандарту, скажем так, это инструкция, что как пользоваться. Скрепочка. Кстати, она нам понадобится. Это, наверное, отложим. Окей. Ну, в общем, вот как-то так. И все, больше ничего здесь нет. То есть все, коробка пустая. Окей, друзья, сейчас я бы хотел открыть iPhone, а чуть позже наклеить на него стекло. Давайте я его просто открою. Окей, друзья,
тоже момент, немаловажный момент истины, так сказать. Давайте. Давайте мы его как-нибудь. А давайте я его сейчас положу в чехол, а потом откроем. Откроем пленку. Вот так выглядит телефон. Отлично, я чехол надел. Ну и что, друзья? Момент истины. Боже, как же он выглядит просто сексуально. Крайне кайфово. Ну и давайте его включим. Какой же кайф. Hello. Так, что надо сделать? Ага. Русский. Выбор страны или региона. Давай так выберем. Установка языка. Ну блин, мне нужен. Просто начало. Устройся. Так, давайте настроим. Нет, давайте уберем сербский. Как убрать-то? Удалить. Удалить. Добавить английский нужен. Так вот. Все. Продолжить. Нет, не надо мне сербскую. Продолжить. Да, продолжить. Так. Спрекаем. Ага, давайте выберем. Какой же у меня там пароль? Так, давайте, я сейчас вспомню. Секунду. Отлично, готово. Активация iPhone может занять несколько минут. Apple собирает аппаратные идентификаторы с вашего iPhone для его идентификации и активации в службах Apple. Хорошо. А дальше данные конфиденциальности. По убеждению Apple, конфиденциальность является одним из основополагающих прав человека. Да, все верно. Продолжить. Face ID. Окей. Давайте я его настрою позже. Создание пароля. Давайте я его создам. А вы пока полюбуйтесь моими картинами. Вот такие у меня есть картины, использовать пароли. Так, еще раз. Что-то я не то ввел. О май гад. Так, ага, все. Данные, приложения и данные. У меня же нет ничего. А у меня нету. Нету у меня. Так, ага, создать нужно. Да, у меня нету, давайте создадим. Создать. Угу, давайте. Я думаю, что это тоже надо пропустить.
Окей, идем дальше. Так, и здесь у нас после всяческих настроек еще идет определенный список. Давайте примем его, конечно же. А как иначе? А его нужно пролистать. А, нет, не нужно. Окей. Блин, прикольный вот этот вырез. Мне на самом деле не нравится челка, которая вот так вот идет. Мне больше нравится вот такой вот вырез. Как раз таки. Который, кстати, как называется, Dynamic Island. И предлагает множество всяких фишек с его использованием. Поэтому будем все это, конечно же, мы смотреть, чекать, как говорится. Все это проверять, как это все работает. Ну и, конечно же, радоваться. Радоваться покупке нового iPhone. Радоваться пользованием. Давайте посмотрим, как сзади выглядит. Вот, вот почему я говорил, друзья. Это очень круто выглядит и очень хорошо сочетается. Класс. Очень классно. Очень классно. Автообновление iPhone. Я думаю, что автоматически сразу после выхода. Тем можно пролить. Продолжить, да, давай продолжить. Службы геолокации, бла-бла-бла-бла. Да, давай включим. Настройка сотовых данных позже. Связка ключей, паролей, бла-бла-бла. Устройствах. Электронное мини может быть прочитано Apple. Спас, нужно пройти, храните пароли. Ну давай. Что это такое, интересно? Чего-то я не слышал ни разу. Связка ключей, экранное время. Вы получаете ежедневный отчет из достоверной информации об экранном времени, установите лимиты на приложение. Не понимаю, что это, давай потом сделаем. Следующие продукты в Siri. Включая Siri, других функций, всю аналитику используйте ваших iPhone с учетной записи iCloud. Можете изменить свое решение позже в настройках. Ну, давайте поделимся. Аналитика приложений. Озвучком ПО. Блин, а вот это вот я не хочу, честно. Оформление. Темное или светлое? Мне больше нравится, как вы уже поняли, темное. А, нет, стоп. А, ну давай, если что, поменяем потом. Увеличение. Выберите, каким вы хотите увидеть интерфейс iPhone. Увеличено, крупнее. Да стандартно, давай сделаем. Ага, выбрано. Экстренный вызов. iPhone готов прийти на помощь. Окей, хорошо, понял. Добро пожаловать! Сверните вверх, чтобы начать. И мы начинаем, друзья, новую эру. Вау. 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 Это просто кайф. Друзья. Ага. Да, он меня просит ввести пароль. Хорошо, давайте мы введем его. Просто ввести пароль, я имею в виду, хотел камеру включить, как мы это обычно всегда делаем. Да можно. Что это такое? Подожди. Аша гипсит использование места. Да, давай однократно выберем пока что. Выберите стиль, настроить, ва-ва-ва-ва-ва. Окей, настроить позже. Но как-то так. Давайте что-нибудь. Да нечего фоткать на самом деле. А потом это все мы попробуем. Но прям уже вижу, уже понимаю, что все классно. Вот. Окей, друзья, у меня уже руки трясутся, я не знаю, у меня такое счастье. Блин, я очень доволен, друзья. И вас на самом деле призываю к тому же.
копите на то, что вы хотите, покупайте это, радуйтесь жизни. Не забывайте, конечно же, откладывать деньги на самые важные моменты. Не надо тратить все деньги на iPhone, как говорится. Вот. Ну и просто будьте счастливы, как говорится. Ну и я, конечно же, вернусь в каких-нибудь новых роликах, возможно, про iPhone, возможно, нет. Вот, кстати, прикольно, да, значок такой, блокировки. Но это мы еще посмотрим, Dynamic Island. Это была просто распаковка, друзья. Никаких, я не обозреваю iPhone, ничего не говорю про него. Это просто распаковка к тем, кто... как бы хочет узнать об айфоне, пожалуйста, посмотрите другие видео. Это просто была распаковка, чтобы поделиться с вами своими эмоциями. Вот. И я вам желаю, друзья, удачки. И мы обязательно увидимся еще в новых видео. Всем пока-пока, друзья.